Аллею звезд кинотеатр «Сочи» открыл в честь своего 25-летия. Правда, такая знаменитость, как Марат Башаров, здесь впервые. Как исторический момент, дорогие друзья! Дорогие друзья, давайте бурными аплодисментами! Встречали же гостей праздника тоже кинознаменитости. Правда, с сочинской пропиской. Джек Воробей, Остап Бендер, ребята из творческих центров побывали в роли Буратино, озорницы Пеппи Длинный Чулок. Актер уже со стажем. Глава города рассказывает о том, что сфера киноиндустрии в Сочи сегодня находится на подъеме. Старые кинотеатры получили новую жизнь. А за последние несколько лет на курорте появились новые современные кинозалы. Сам Марат в Сочи находится не один месяц. Актер участвует в ледовом шоу «Огни большого города». За это время не раз успел побывать на киносеансах и оценить сочинский уровень. А сегодняшний день считает двойным праздником. Я вам скажу честно, из званий у меня ничего нет. У меня есть только звание заслуженного артиста Татарской Республики. Но вы знаете, то, что сегодня произошло, и то, что именно в день кино, в мой профессиональный праздник, именно здесь, в городе Сочи, вы мне подарили такой подарок, то есть заложили звезду, ну, вы знаете, низкий вам поклон, огромное вам спасибо за такую честь. Анатолий Николаевич, спасибо вам огромное. Спасибо, мы обязательно, у нас есть разные звания, мы обязательно... Я вам обещаю... Самое лучшее звание – это любовь. Людей, народа, горожан. Так что, я думаю, оно у вас есть, и это лучшее звание. Наверное, да, это лучшее звание. Еще недавно, отмечает градоначальник, на встрече с работниками киноиндустрии, поводов для гордости было мало. Демонтаж «Спутника» Анатолий Пахомов считает ошибочным решением. Остальные кинозалы находились в удручающем состоянии. Сегодня ситуация другая. 9 городских кинотеатров считаются самыми современными. В них еженедельно проходят премьеры кинокартин. Сегодня интерес к кино очень огромен. И, конечно, большая конкуренция. Появились и десятки торгово-развлекательных центров, где по нескольку залов, кинозалов. И все это сегодня пользуется спросом. И я являюсь одним из больших любителей, значит, побывать в кинозалах. Я люблю ходить в море, мол, да и вообще в любой другой кинозал, для того, чтобы действительно с большим удовольствием посмотреть фильм. Уверен в том, что киноиндустрия в городе Сочи будет набирать еще и больше, лучшие темпы, потому что горожане любят кино. Собравшимся в одном из кинозалов кинотеатра Сочи продемонстрировали краткометражный стереоскопический фильм «Здравствуй, Сочи», созданный в 1977 году на киностудии «Мосфильм». Жаркое солнце и теплое море зовут сюда миллионы людей. Мацеста – олицетворение красоты и живительных сил природы. О таких дворцах здоровья не могли мечтать первые курортники. И сейчас эта история возрождается. Массовое кино возвращается в Сочи, отмечает градоначальник. Фильмы, которые выходят на большой экран России, скоро увидят и в «Хосте». Там, в местном доме культуры «Луч», после ремонта планируется открыть кинозал с 3D-оборудованием. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.